Всем привет! Термин «фобия» в наше время известен всем. Это патология, которая проявляется в виде страха перед определенным предметом, событием, существом или другим явлением. Ученые много спорят о количестве людей, страдающих как минимум одной фобией. По статистике, женщины чаще, чем мужчины, страдают арахнофобией, боязнью пауков. А знаешь ли ты научные названия человеческих страхов? Как называется состояние человека, при котором он боится плавать? Правильный ответ – аблутофобия. Определите название страха или опасения семейства кошачьих. Правильный ответ – айлурофобия. Как по-научному называют страх при виде тараканов или жуков? Правильный ответ – блатофобия. Как называется страх и дрожь, возникающая при мысли о женитьбе? Правильный ответ – гомофобия. Какой диагноз поставили человеку, испытывающему панику рядом со стоматологическим кабинетом? Правильный ответ – дентофобия. Как по-научному называется боязнь при виде мяса? Правильный ответ – карнофобия. Как называется страх, когда человек боится уснуть? Правильный ответ – клинофобия. Как бы вы назвали боязнь желтизны и всего желтого? Правильный ответ – ксантофобия. А если у человека паника при виде грибов, какой диагноз вы ему дадите? Правильный ответ – микофобия. Как научно назвать страх по отношению к акулам? Правильный ответ – селахофобия. Тест окончен, вы отлично справились. Делитесь своими результатами в комментариях и обязательно поддержите это видео лайком. А если хотите продолжение этого теста, то обязательно оставляйте в комментариях плюс, так я пойму, сколько людей хочет продолжение теста с фобиями.